Недавно немецкие разведчики опубликовали отчет, согласно которому против Украины на стороне России воюют две неонацистские группировки. Начнем с первой. Это Имперский легион. Подразделение русского имперского движения. Имперский легион — это название отряда, который с 14 по 16 год воевал на Донбассе. Правильно звучит так? Имперский легион. То есть это сообщество православных русских мужчин, которые, для которых война на Украине — это религиозная война, война за русскую православную церковь, прежде всего, борьба с попытками Запада вековыми провести унию, так называемую. Сейчас это подразделение также активно участвует в войне. Впрочем, эти кровожадные заявления меркнут на фоне репутации других ультраправых, поехавших денацифицировать Украину. Как в 2014 году, так и сейчас. Речь о группировке «Русич». Дескать, это вторая неонацистская группировка после Имперского легиона. А вот ее лидер Алексей Мельчаков. Я прям говорю, я нацист. Можно руку скинуть. Мельчаков известен аж с 2011 года. Тогда в своем ВК он выложил тело мертвого щенка, которого сам же убил. На других снимках будущий нацист показывает отрезанную голову животного, а также себя любимого, поедающего мясо. В 2014-м Мельчаков едет в компании с другими националистами воевать в Украину.